Привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим макароны по-флотски с куриным фаршем. Прекрасный, сытный обед или ужин для всей семьи. Состав продуктов вы всегда найдете в описании под видео. На растительном масле обжариваю фарш. Соль и специи добавляйте на свой вкус. Обжариваю фарш на среднем огне около 20-30 минут. Отдельно обжариваю лук. Добавляю чеснок. Добавляю морковь. Все хорошо перемешиваю. Обжариваю морковь и лук около 3 минут. Фарш у нас полностью готов. Добавляю морковь и лук, все хорошо перемешиваю и выключаю огонь. В кипящей подсоленной воде отвариваю макароны. Время приготовления смотрите на упаковке макарон. У меня варились макароны около 5 минут. Макароны полностью готовы. Промываю макароны холодной водой. В готовый фарш в последнюю очередь добавляю зелень. В таком случае зелень не потеряет свой цвет. Выкладываю фарш к макаронам. К макаронам добавляю сливочное масло. Все хорошо перемешиваю. Наши макароны по-флотски с куриным фаршем готовы. Всем приятного аппетита! Друзья, я желаю всем всего самого доброго, самого вкусного, удачного приготовления и до новых встреч! Всем пока-пока!